Красивый гол от Дмитрия Каменщикова, а матч идет меньше 2 минут. Футбольный клуб «Химки» продолжает атаковать, не давая сопернику ни одного шанса. Накануне красно-черные на домашнем поле приняли «Краснодар-2» в 7-м туре ФНЛ. С гостями химчане разобрались за 11 минут. Не успели болельщики опомниться, как в ворота краснодарцев прилетел уже второй гол. Забил Алексей Скворцов. Предыдущие 2 матча «Химки» провели в ничью с «Ротором» и «Чертаново». И к началу этого матча с «Краснодаром-2» занимали 3-ю строчку турнирной таблицы. Но уже к середине 2-го тайма они отыгрались и теперь первые. А между тем счет 3-0. Это уже 3-й матч в сезоне, который красно-черные проводят на домашнем стадионе и выигрывают с разгромным счетом. Краснодарцам так и не удалось попасть в ворота «Химок». Вышедший на замену во 2-м тайме Камран Алиев принес команде еще 1 гол. После финального свистка команда от души поблагодарила всех, кто переживал на трибунах, включая администрацию и главу округа. По словам игроков, такая поддержка заставляет прессинговать соперника уже с первых минут. Болельщики тоже в долгу не остались и поделились с журналистами эмоциями после игры. Игра топовая, мне очень сильно понравилась. Забили 3 хороших гола, много было атаки. Игра отличная, вот и главное, вы знаете, что ребенку понравилось. Она так болела, «Химки» вперед, и мы выиграли, а это самое главное, да, Александра? Все, здорово, спасибо большое, организация отличная. Вот наши ребята играют в футбольном клубе «Химки». Мы очень рады, что «Химки» победили, да у нас и сомнений не было. Ну, в общем, и погода, самое главное, под конец подфартила. Отличный счет, ребят, молодцы. С победой, всех с победой, всех болельщиков и клуб. 7-й тур красно-черные закончили с наибольшим количеством очков. Единственные лидеры в таблице. Следующий матч «Химки» сыграют в Томске. 14 августа встреча с футбольным клубом «Томь». Игры на выезде самые сложные, но команда усиленно готовится и настроена только на победу. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.